Я слышал, что такие подобные вещи, слышал, так сказать, что они были, по крайней мере, прозвучали, но детали я не знаю. И пока сегодня, так сказать, такая информация довольно-таки разная поступает, в том числе, что эти журналисты не имели, так сказать, аккредитации, там, не имели неких вещей, которые они должны приходить в части соблюдения закона. Поэтому я, например, конкретных нарушений пока не слышал, Я надеюсь, что с этим все заинтересованы, и прежде всего наш штаб заинтересован разобраться. Если это есть факт нарушения, то мы заинтересованы, чтобы эти вещи были разобраны и доведены до, так сказать, избирательных и комиссий, и вообще для избирательства. Мы заинтересованы за любые, так сказать, те нарушения, если вдруг кому-то показалось, они существуют, чтобы с ними была проведена работа и виновные были наказаны. Это однозначно. Мы заинтересованы, еще раз повторяю, в прозрачности и чистоте выборной кампании.